Дильназ Ахмадиева, как мы уже упоминали ранее, вернулась из Соединенных Штатов, где принимала участие в шоу под названием «Исина». Мы можем только предполагать, что в США певица получила просто колоссальный новый опыт, а судя по фотографиям, успела познакомиться с огромным количеством новых людей и пообщаться со своими кумирами. Ну а как все было на самом деле, она расскажет сама в эксклюзивном интервью в прямом эфире программы «Если честно» на GQFM. Каждый четверг в 12 дня программа «Если честно». С Тимуром Баламбетовым. Если честно, только на GQFM. Кстати говоря, предыдущие выпуски вы можете найти на нашем официальном YouTube-канале Gaku TV, ну а ближайший – Дильназ послушать в прямом эфире. Напоминаем еще раз, четверг ровно в полдень, отложите все дела и подключайтесь к волне GQFM.